Здравствуйте, уважаемые друзья. Ну, Москва такой город, все немножечко опаздывают. Мы надеемся, что еще врачи подойдут. Но время, которого сегодня у всех не хватает, позвольте мне произнести эти слова. Торжественная часть образовательной программы для врачей-педиатров России, посвященная 145-летию со дня рождения Георгия Нестеровича Сперанского, начинает свою работу. В год 85-летия кафедры педиатрии Романпо ей было присвоено имя великого педиатра Георгия Нестеровича Сперанского. Тем самым была дана высокая оценка деятельности кафедры. Почетно и очень ответственно носить имя этого замечательного человека. И, конечно, это знак признания преемственности во всех делах и начинаниях сотрудников кафедры века минувшего и века нынешнего. Одобрение медицинского сообщества также получила и огромная работа сотрудников кафедры, проведенная за последние несколько лет в рамках образовательной программы для врачей-педиатров России. Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования стала лауреатом премии «Первые лица» в номинации «Лучший образовательный проект года среди специалистов». Еще одним радостным событием прошлого года стало издание уникальной книги «Наука, овеянная любовью», в которой рассказано о воспитании Георгием Нестеровичем Сперанским прекрасной плеяды ученых и педагогов. Кафедра жила жизнью страны. Ее сотрудники решали самые насущные проблемы молодой Советской Республики. Боролись с детской смертностью, побеждали страшные болезни, создавали питание для искусственного вскармливания грудничков, активно участвовали в создании системы детского здравоохранения в России. В наш столь технологичный и информационно насыщенный век для современных детских врачей важно чувствовать себя преемниками Георгия Нестеровича Сперанского, видеть актуальность его взглядов, понимать и принимать его философию. Ведь успешная работа детского врача основана на большой любви и глубоком уважении к ребенку. В нем нужно видеть особенного пациента, к лечению которого нужно подходить очень внимательно и вдумчиво, а технологии использовать лишь для подтверждения диагноза. До сих пор актуальнейшим является идея Сперанского о важности просвещения родителей, особенно матери, формирование правильных навыков ухода за ребенком, выработка приверженности к здоровому образу жизни, соблюдение режима дня и гигиены, что способствует профилактике очень многих болезней. Давайте же и мы проникнемся в философии Сперанского, рассматривая ее сквозь призму новейших знаний в педиатрической науке. В руках книга. Труд над этой книгой объединил очень многих людей. И так же, как жизнь Георгия Нестеровича Сперанского, объединившая несколько учреждений. Первый в Москве дом грудного ребенка, Государственный научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества, кафедра педиатрии ЦУ, детские больницы, в которой он работал, так и эта книга, и эта конференция вновь объединила людей из ведущих медицинских учреждений страны. И очень приятно объявить. Ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, академик и заслуженный врач России Машетова Лариса Константиновна. Исполняющий обязанности директора Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, заслуженный врач России профессор Фисенко Андрей Петрович. Ученый-секретарь Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Тимофеева Анна Георгиевна. Главный внештатный специалист-педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач больницы имени Башляевой, заслуженный врач России, профессор Османов Исмаил Магомедович. Декан педиатрического факультета Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, профессор кафедры педиатрии имени Сперанского, Заплатников Андрей Леонидович. И хозяйка сегодняшнего вечера, заведующая кафедрой педиатрии имени Сперанского, заслуженный врач России, профессор Захарова Ирина Николаевна.
Слово для приветствия предоставляется академику Машетовой Алисе. Приглашение и спасибо за праздник, который организовали сидящие в президиуме руководители учреждений нашей кафедры. Это действительно праздник. И погода, понимая, что нам сегодня надо собраться, дала нам солнышко, радостное настроение. Я надеюсь, помимо той программы образовательной, которая будет представлена сегодня вам в течение целого дня, вы получите удовольствие от общения друг с другом, от того, что вы узнаете более глубокую историю вашей любимой специальности. И я хочу поприветствовать вот тех, кто сидит здесь. Дорогие руководители, я уж вас не буду перечислять, вас всех представить. И скажу спасибо вам большое. Я теперь знаю, где нажимать, когда красная кнопка загорается. Дорогие любимые педиатры, вы ведь особая категория среди нас врачей. Вы по-другому говорите, вы по-другому смотрите на мир. Вы первые встречаете нас, когда мы появляемся на этом свете. А потом все это достается нам уже, врачам, взрослым. Вы удивительные. Вы действительно не только, наверное, выучились, чтобы стать педиатром. Вы родились, чтобы стать педиатром. Я всегда удивляюсь вот отношению друг друга на факультете, тому, как вы выступаете, как разговариваете. Конечно, у вас есть родители. Вот говорят, хорошо в ЦУ работать, мне было бы только курсантом. Так вот у вас, наверное, были бы детишки, а второй половины, тогда уже все было бы проще. Но тем не менее, вот кроме шуток, это действительно все. Я говорю, если бы я снова выбирала профессию, вот стояла бы перед выбором после окончания школы, конечно, я бы сейчас весь все, и пройдя столько лет практики уже в нашей специальности офтальмологии, я бы стала медиком, я бы стала офтальмологом, но я бы стала детским офтальмологом. Вот это я всегда говорю. И если коснуться нашей академии, то тоже не дадут мне слукавить. Всегда на всех советах сообщаю, что самый хороший, самый мой любимый факультет, хотя из хирургического, это педиатрический. Это действительно факультет, который делает очень много. Факультет, который вырос из одной кафедры, организованной Георгием Нестеровичем Спиранским. Вы были первыми, мы вторыми, но в системе дополнительного образования, в системе повышения квалификации, это была первая кафедра. Но оказывается, за счет одной специальности ребенку помочь, вернее, выучить специалиста невозможно. И когда мы в свое время нарисовали ромашку, как же формируется профессионал, педиатр, то оказалось, 56 кафедр нашей академии в принципе готовят в той или иной степени врача-педиатра. Где-то у вас есть отдельные специальности, где-то вы становитесь таким отдельным фрагментом общего направления, но тем не менее, вот получить образование на одной кафедре невозможно. И, наверное, правильно то, что вы выросли целый факультет. Это самый крупный факультет в системе учреждений Минздрава повышения квалификации, который диктует политику, который проводится объем подготовки специалистов. И в итоге я хочу сказать огромное спасибо вам, Ирина Николаевна. Вы действительно энтузиаст. Вы человек, который живете работой кафедры, который даже нельзя сказать работает, фактически ваш дом. А сотрудники кафедры – это близкие, родные люди. И вы являетесь застрельщиком очень многих начинаний, поэтому не случайно вот то, что сегодня будет у нас проходить, является продолжением огромной работы по созданию семинаров, которые никто никогда нигде не организовывал и не проводил. Я как ректор хочу сказать вам только огромное спасибо и искренне поклониться вашим сотрудникам. Я прожила огромную жизнь в нашей академии. Я после первого лета пришла сразу в институт, и вот все годы ординатура, старший лаборант, как у нас принято, потом аспирантура, потом все, как мы все проходили, вот мы все из одного прошлого, из Советского Союза. И вот те люди, которые описаны, вот история, которая представлена в наших книгах, это
все, с которыми я общалась. Это действительно удивительные были люди. И то, что выпустили вот эти книги, это, наверное, память, не только память о них, это уважение того, что они сделали, это, наверное, признание и заслуг, и это уважение самого себя, что мы чтим и помним наших учителей. Вот Виктора Васильевича Глушишова, который был первым избранным ректором в нашей академии. Он 5 лет всего был ректором, но он начинал неонатологию. Вот он один из организаторов, он учитель Николая Николаевича Володина по неонатологии. И вот с Виктора Васильевича началась наша неонатология, кафедра, а мне он передал вот бразды правления, ректорство, и я рада, что все это помнится, все это продолжается, и лучшим памятником является, наверное, вот то, что мы имеем сегодня. Потому что могилу Виктора Васильевича, к сожалению, я в Одессе не могла найти, хотя многократно там бывала, но похоронен на кладбище, прах его туда перевезла супруга. И вот, наверное, только так. Мать Дмитрия Гавриловна увековечили бюстом в академии, а для Виктора Васильевича, наверное, наши дела. Спасибо вам огромное, спасибо. Я хочу пожелать вам успехов. И я думаю, что сегодняшний день запомнится вам. И еще раз низкий поклон всем организаторам. Слово для доклада предоставляется Фисенко Андрею Петровичу. Вы решите, да? Уважаемые друзья, коллеги, мы считаем наше приглашение на мероприятие. Уважаемые коллеги, друзья, мы считаем, огромной честью для себя возможность принять участие в торжествах, посвященных 85-летию. Нам очень приятно видеть в качестве своего друга, союзника Ирины Николаевны. Нам всегда очень приятно сотрудничать с Ларисой Константиновной. Я скажу честно, я таких людей, как Лариса Константиновна, в своей жизни встречал 1 или 2 раза. Спасибо вам большое. Вы знаете, наши юбилеи сегодня совпали. Нам в начале сентября исполнилось 255 лет. И, конечно, мы проводили юбилейную конференцию, ученый совет. И вот последняя конференция, которая проводилась в городе Пенза, она была призвана совместно губернатором и министром здравоохранения стать ежегодной и быть посвященной одному из великих уроженцев Пензенской земли, это Юрий Чеватов. Так что с следующего года, мы надеемся, эта традиция будет установлена. На сегодняшний день можно сказать, что императрица Екатерина II подписала манифест об учреждении Всероссийского дома в Москве и определила быть его государственным учреждением. С этого момента началось то, о чем говорил Борис Александрович, история охраны материнства и младенчества в России. Инициаторами создания отечественных представительных домов были великие русские ученые Михаил Васильевич Ломоносов и выдающиеся государственные деятели Екатерининской эпохи Иван Иванович Грицкой. Первый из них в своем знаменитом письме о сохранении и размножении российского народа предложил для уменьшения детской смертности открывать благодельные дома, а второй разработал проект воспитательного дома, не имеющего аналогов по своему масштабу, включающего не только сами приюты, но и родильный дом, лазарет и детское отделение. Открытие императорского московского воспитательного дома и не только начало создания государственной системы охраны здоровья детей, но и дата рождения Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей на Здравой России. Так уж распорядилась история, грандиозная вещь Екатерины Великого Ивана Грицкого в 1918 году была преобразована в дом охраны младенца, а затем в 1922 году в Государственный научный институт охраны материнства и младенчества.
наследником которых является Центр здоровья детей. Открытие императорских воспитательных домов стало первым шагом в формировании государственной политики по мере социального сопровождения детей. Вторым шагом была губернская реформа 1775 года и создание приказа общественного презрения, в обязанности которых помимо учреждений сиротских домов, больниц и преступников. Завершением системы по сбережению жизни детей в 19 веке стало в России феноменом широкой благотворительности. Например, ведомство учреждения императрицы Марии Федоровны в 1900 году имело на своем попечении более 500 воспитательных заведений. В исторических публикациях, как правило, критиковалась ситуация сохранной здоровья детей в Российской империи. Однако, как показали исследования наших сотрудников, в Московском воспитательном доме за время его полуторавекового существования было спасено более 790 тысяч детских жизней. Центральным событием в истории охраны здоровья детей в Российской империи стало формирование педиатрии как практической и научной дисциплины. Первая детская больница открылась в Петербурге в 1834 году, став после парижской вторым в Европе детским стационаром. Через 8 лет распахнул двери детской больницы в Москве, ныне знаменитая Филатовская. В 1844 году Петербургская Елизаветинская, первый в мире стационар для детей раннего возраста. В воспитательных домах первых детских больниц были разработаны и внедрены многие эффективные организационные и лечебно-профилактические технологии. В 1784 году Шарль Мартинс опубликовал в Париже монографию «Трактат об эпидемии чумы в Москве» в 1771 году, в котором описал опыт успешного противостояния этой грозной инфекции, когда в только что построенных зданиях Московского воспитательного дома ни один ребенок не погиб от чумы. Понимание педиатрии как отдельного предмета медицины, объектом которого являются дети, возникло уже при ее зарождении в качестве самостоятельной науки. Яркое свидетельство тому определение педиатрии, данное в 1847 году первым руководством по педиатрии, педиатрика, основоположного мощнейшей педиатрии католической. Степан Фомич католический дал исчерпывающее определение педиатрии. Педиатрика есть наука об отличительных особенностях отправления к болезням детского организма и основанным на тех особенностях сохранения здоровья и лечения болезней у детей. Таким образом, было сформулировано важнейшее за настоящее время положение о том, что предмет педиатрии не только больной, но и здоровый ребенок, а ее объект в равной степени – сохранение здоровья и лечение болезни. Окончательное оформление педиатрии как самостоятельной науки, практики и предметы преподавания произошло в эпоху великих реформ Александра II, когда в российских университетах стали функционировать детские клиники и кафедры детских больниц. Другим выдающимся событием в истории России в целом и в сфере охраны здоровья детей, в частности, явилась земская реформа. Ее результатом стала не имеющая аналогов в мире земская медицина. Именно во второй половине 19 столетия в российском обществе утвердилось положение о том, что охрана здоровья детского населения должна осуществляться во взаимодействии государства, органов местного самоуправления и частной благотворительности. В качестве примера озабоченности врачей России влиянием социальных факторов на жизнь детей можно привести актуальные до настоящего времени слова классика отечественной педиатрии профессора Александра Андреевича Киселя. Радикальным методом борьбы с детской смертностью в России может быть только устранение причин, которые порождают нищету и бесправие. Он произнес их на 10-м Петербургском съезде в 1907 году. Начало 20-го столетия в России ознаменовалось стремительным движением построения государственной системы охраны здоровья матери и ребенка. Началось широкое внедрение педиатрических медико-организационных технологий, открытие яслей, молочных кухонь, детских консультаций. Был принят закон о страховании в 1912 году и создано Всероссийское попечительство об охране материнства и младенчества в 1913 году. Основные направления строительства системы охраны материнства и младенчества в России были конкретно определены первым Всероссийским съездом детских врачей, который прошел в Петербурге в конце декабря 1912 года. Конечно, здесь нужно особо отметить выдающуюся деятельность, может быть, самой главной фигурой в истории Национального центра здоровья детей – Георгия Викторовича Стернского. Юрий
которого мы отмечаем. 2 ноября 1910 года в Москве на благотворительные средства при бесплатной работе врачей им была открыта лечебница для детей грудного возраста. Позднее на базе этой лечебницы он создал дом грудного ребенка, который явился прототипом государственных учреждений советского времени. Следует сказать также, что Григорий Викторович Несторович стоял у истоков отечественной неонатологии и является основоположником изучения физиологии и онкологии детей раннего возраста. Начало строительства советской системы охраны здоровья детей происходило в тяжелых условиях гражданской войны. В развитии педиатрической службы в стране с 1918 по 1930 год можно выделить два периода. 18-22 – это оформление идеологических и координационных основ системы охраны материнства и детства. И 22-30 годы – создание фундамента лечебно-профилактической помощи детям в первичном звене здравоохранения. Следует с уважением вспомнить первых организаторов детского здравоохранения в Советской России, руководителя отдела охраны материнства и младенчества Веру Павловну Лебедеву и руководителя отдела охраны здоровья детей и подростков Евгения Петровича Разина. Они сумели при поддержке партийных и советских органов первого наркома здравоохранения Николая Александровича Семашко организовать новую советскую систему охраны материнства и детства. Выступая на 3-м Всесоюзном съезде по охране материнства и детства 1 декабря 1925 года, Вера Павловна Лебедева говорила: «Не история подарила нам охрану материнства и детства, а мы выносили ее кровью своего сердца и соплю своих нервов. Мы действительно на голой земле и на грязи вырастили нашу охрану материнства и младенчества. Мы при нашей общей нищете, при почти полном отсутствии культурных работников, справились с детской смертностью, она снизилась почти вдвое». К началу 30-х годов в Советской России были реализованы 3 приоритетных направления охраны здоровья детского населения. Создание сети учреждений лечебно-профилактической помощи детям, научное обеспечение системы охраны здоровья детей, подготовка квалифицированных диагностических кадров. Если детских консультаций в революционной России насчитывалось менее 100, то в Российской Федерации в 1931 году 2500. Было открыто почти 400 детских амбулаторий, а число коек в яслях приблизилось к 200 тысячам, не считая более 1,5 миллиона освоенных в сезонные летние времена. Важнейшим событием в период становления советской системы охраны материнства и детства явилось создание научной педиатрии. В 1922 году по инициативе Веры Павловны Лебедевой и Георгия Несторовича Спиранского дом охраны младенца был преобразован Государственный научный институт охраны материнства и младенчества. Спустя 3 года аналогичный институт был создан в Ленинграде, а в 1927 году в обеих столицах были открыты также институты охраны здоровья детей и подростков, которые обеспечили научное сопровождение государственной системы охраны здоровья детей. Наконец, заключительным самым блестящим аккордом в деле охраны здоровья детского населения страны стало решение открыть медицинских вузов и педиатрических факультетов по подготовке детских врачей для первичного звена здравоохранения. В начале 40-х годов прошлого века в СССР в основном была сформирована единая система охраны здоровья детей, создана инфраструктура педиатрических учреждений, основанная на принципах единства лечебной и профилактической работы, диспансерного обслуживания и участковости, активного санитарного воспитания и посещения детей, беременных, матерей. Результаты деятельности этой системы были налицо. Если показатель младенческой смертности в Европейской России в 10-14 годах прошлого столетия составлял 25,6 на 100 родившихся, то уже в 28-м году в СССР в 1,5 раза меньше – 16,4. Во время Великой Отечественной войны педиатрическая служба обеспечила сбережение жизни детей во время массовой эвакуации на восток страны, организовала медицинское обслуживание сотен тысяч эвакуированных детей, не допустила масштабных эпидемий детских инфекций. Знаменательным стало решение советского правительства о создании Академии медицинских наук, которая была основана 30 июня 1944 года при Наркомате здравоохранения СССР. В феврале 1945 года в ее состав вошел институт педиатрии, а среди 60 академиков-основателей был Георгий Несторович Спиранский. Достижения в охране здоровья детей в первые послевоенные 15 лет, это с 46 по 60-е годы, прежде всего следует отнести существенные изменения организации деятельности педиатрических учреждений.
связанные с объединением стационаров детских больниц с консультативными отделениями поликлиниками, то есть соединение системы единого педиатра, который стал оказывать медицинскую помощь детям с рождения до окончания школы. По сравнению с 40-м годом, фактически в 2,5 раза была расширена сеть детских учреждений. Детские больницы стали основными учреждениями медицинской помощи детскому населению, началось развитие специализированной медицинской помощи детям. Уже в 1952 году в институте педиатрии был сделан первый шаг в этом направлении. Было организовано первое в стране детское реумотологическое отделение, которое возглавляли директор института, выдающийся организатор детского здравоохранения, профессор Мария Николаевна Казанцева и знаменитый ученый-педиатр академик Ольга Дмитриевна Соколова-Пономарева. Для 60-х и 70-х годов прошлого столетия характерно создание новых типов детских учреждений. Детские сады, скорую помощь для детей, многопрофильные детские стационары, медико-генетические консультации и новые организационных форм, специализированных центров по лечению определенных форм патологии, аллергических, пульмонологических, гастроэнтерологических, кардиологических и других. Советская система оказания медико-санитарной помощи детскому населению на специализированной сессии ВОЗ в 1978 году была признана высокой эффективностью. Она была внедрена в систему здравоохранения многих стран. Без преувеличения можно сказать, что в названных лучших достижениях велика роль института педиатрии и его директора, участника Великой Отечественной войны, выдающегося организатора науки, академика Митрофана Яковлевича Сидельникова. В истории института с 1960 по 1998 годы принято название «Полный студенитель». В декабре 2018 года Митрофан Яковлевич исполнился 95 лет. Мы посвящаем этому юбилею торжественное заседание ученого совета центра и приглашаем педиатров принять в нем участие. Как талантливый организатор, в эпоху научно-технической революции Митрофан Яковлевич создал ряд специализированных клиник, отделов и лабораторий, неврологических, гастроэнтерологических, пульмонологических, детской хирургии, а также лаборатории социальной педиатрии, патофизиологии, мембранологии, отделения ультразвуковой диагностики. Приемный институт стал союзным центром по планированию и координации научных исследований педиатрии и ведущей научной школы по педиатрии. В постсоветской России ситуация с охраной здоровья детей в первые 10-15 лет была далеко не простой. В это время задача состояла в том, чтобы сохранить традиции достижения советской государственной системы охраны материнства и детства. В честь российских детских врачей в тяжелейших условиях социально-экономического кризиса в стране с этой сложной задачей педиатрические службы справились. На фоне аварийного ухудшения большинства показателей здоровья населения младенческая смертность не только сохранила статус-кво, но и проявила тенденцию к снижению. В это кризисное десятилетие самой важной в сфере охраны здоровья детей стала президентская программа «Дети России» и ее целевые программы по самым актуальным направлениям охраны материнства и детства. Дети-инвалиды, дети-сироты, дети-севера, дети-Чернобыля, планирование семьи, развитие индустрии детского питания в РСФСР, а также присоединение к международной конвенции о правах ребенка. В первые десятилетия 21 века самым важным для развития педиатрической службы стали реализация национального проекта здоровья, выделение значительных средств на модернизацию здравоохранения, решение о выделении не менее 25% средств от бюджета системы здравоохранения на охрану здоровья детей, создание детских центров здоровья. Что касается деятельности института педиатрии, то с присоединением в январе 1998 года к нему института гигиены детей и подростков он был преобразован в научный центр здоровья детей Российской академии медицинских наук, который в течение 20 лет возглавлял академик Александр Александрович Баранов. В последние годы научный центр здоровья детей стал крупным многопрофильным клиническим и научно-исследовательским педиатрическим учреждением. Уникальность ведущего педиатрического центра состоит в гармоничном соединении фундаментальных прикладных исследований с оказанием многопрофильной высокотехнологичной медицинской помощи и подготовкой научных и медицинских кадров. Непрерывное развитие центра предполагает совершенствование лечебной, научно-образовательной и инновационной инфраструктуры, чтобы обеспечить полный цикл трансляционных исследований в педиатрии.
При реализации стратегии здравоохранения центр будет осуществлять организационное и научно-методическое руководство педиатрических учреждений, разрабатывать профессиональные образовательные стандарты, координировать подготовку специалистов по ведущему профилю. Последние несколько лет стали для центра решающими, расширяется научно-образовательная и клиническая сфера деятельности. Открываются новые научные подразделения, работает институт непрерывного медицинского образования с открытием 2014 года инновационного научно-клинического комплекса педиатрии и детской хирургии с современным оборудованием, существенно повысилось качество оказываемой помощи в области педиатрии и детской хирургии. С 2015 года центр стал подведомством Минздрава России. В отечественной педиатрии Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей является весомым и крайне необходимым. Превосходная научно-техническая оснащенность, использование инновационных разработок и клинической педиатрии и детской хирургии, высокий профессиональный класс специалистов, персонифицированный, пациентоориентированный подход, впервые внедренный в практику в центре, как совокупность многогрупной превентивной помощи, обеспечивают высокий эффект диагностики, лечения и реабилитации больных разного возраста. Дорогие коллеги, как известно, юбилей отмечают не только для того, чтобы воздать должное юбилейному событию, но и извлечь из прошлого так называемые исторические уроки. Они нужны, эти уроки, чтобы не повторять ошибок прошлого, а тем более для научного моделирования будущего. Наши приоритетные задачи в сфере охраны здоровья российских детей в ближайшие годы четко сформулированы в майском указе президента о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Главное направление реализации этих задач нашли отражение в плане основных мероприятий до 2020 года, посвященных десятилетию детства. И стратегии здравоохранения, рассмотренные президиумом Совета президента Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 10 июля 2018 года. Что касается конкретных мероприятий до 2020 года, планируемых для проведения в рамках десятилетия детства, то в перечне есть такие, которые активно выполняются Национальным центром здоровья детей. Например, разработаны концепции проекта федерального закона об охране здоровья детей в Российской Федерации, предложения по концепции школьной медицины, подготовленные и направленные в Совет Федерации предложения по проекту основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках десятилетия детства. Главная задача десятилетия детства – исполнение поручений президента по уменьшению младенческой смертности до лучших мировых показателей – 4,5 тысячи родившихся живых, путем совершенствования оказания специализированной, в том числе высокотехнологической медицинской помощи детям, повышение доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактика заболеваний. Как Национальный исследовательский медицинский центр Минздрава России, мы должны обеспечить дальнейшее развитие исследований актуальных проблем клинической и социальной педиатрии, взять на себя функции центра непрерывного медицинского образования педиатрии и сдавать ежегодно аналитический сборник состояния и тенденции здоровья детей Российской Федерации. Названные задачи центр предполагает выполнить в тесном сотрудничестве с региональными органами здравоохранения, педиатрическими кафедрами медицинских вузов и с активными членами нашего педиатрического сообщества. Мы открыты к широкому творческому сотрудничеству. Спасибо большое. Вы уж извините, я так поняла, что у нас официальное открытие, но тем не менее вот ваше сообщение, ваш доклад очень интересный, который фактически изложил всю историю развития педиатрии с упоминанием конкретных живых для нас людей, которые создавали эту историю. Я хотела вам сказать огромное спасибо за эту полную. Это была ректор нашей академии, 22 года, маленькая женщина, такая сухенькая, говорят, и очень жестким характером. И вот сложные годы, война, разруха, Вера Павловна не только руководила Институтом усовершенствования врачей центральным, но она как ректор занималась организацией педиатрической службы. Получалось, что образовательное учреждение внедрялось в работу практики. Прошли годы. Что оказалось? Указ президента майский
и для реализации этого указа по развитию педиатрического направления и клинических направлений по другим дисциплинам министерством предложено объединить усилия вузов и департаментов региональных. Я как ректор могу сказать, что мы этому очень рады, потому что мы заключили договора с нашими территориями и в Академии еще 4 филиала. Пензе есть филиал. И за организацию здравоохранения в Пензе в определенной мере я несу ответственность, потому что в соответствии с договором мы должны работать вместе. И то, что вы вот провели такое прекрасное мероприятие, то, что это будет работать на постоянной основе, это очень здорово. За нами еще Ульяновская область, а Кемерово, Татарстан и Иркутск вместе с институтами, вузами, Минздрава, это вполне логично, мы курируем еще вот эти территории. В Москве у нас 4 вуза, это с московским департаментом. Мы работаем немножко по другой схеме, как главные специалисты. Мы с вами участники этого процесса. С вами Макаревич знает, он главный педиатр Минздрава. Так что, понимаете, вот объединение практического здравоохранения, организаторов на местах региональных и образовательных учреждений, это идет еще из истории, это вполне логично, и это должно быть. И самое главное, в научно-исследовательских центрах сейчас созданы образовательные структуры. И, конечно, без клинических баз в нашем учреждении система дополнительного образования существовать не может. И, наверное, в нашей системе менее, чем в вузах, нужны собственные клиники. Студент, что он сегодня учит аппендицит, что он через 10 лет, ему давать больного человека. И, знаете, как говорят, аппендицит, он и в Африке аппендицит. То есть они изучают классику, вот эту классику, рутину, хотя сейчас новые формы и все. Но для системы дополнительного образования важна именно вот практическая база. Жизнь, из которой вы приехали и которую вы должны посмотреть, научиться и внедрить у себя на практике. Поэтому вот это объединение образовательных, научных учреждений, учреждений практического плана, которыми руководят профессора, организаторы, педагоги, это вот то, что требует сегодняшнее здравоохранение. И думаю, что вот наше единение, оно поможет нам решить те вопросы, которые поставил перед нами всеми любимый нами Владимир Владимирович Путин. Я скажу, что действительно это президент, который знает эту нашу службу, который уделяет очень много внимания педиатрии, потому что за педиатрией будущее страны. Мы всегда говорим, что медик обеспечивает здоровье нации, тем самым безопасность страны, а вы обеспечиваете будущее. Спасибо вам огромное. Спасибо. Вы уж извините меня. Я очень большое спасибо, Лариса Константиновна, доктора. Вообще, вам сегодня сказано повезло, потому что услышать таких людей – это редкость. Просто цените эти мгновения и эти сказанные слова, потому что это мудрость, которая, ну, передается от уникальных людей. Перед вами они сидят. А я продолжаю нашу торжественную часть, представляя слово профессору, главному врачу больницы, как раз объединение практического и теоретического здравоохранения, Османову Исмаилу Магомедовичу, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Мне особенно приятно сегодня здесь находиться и видеть прекрасные лица коллег, профессионалов, которые, несмотря на субботний ранний день, сегодня все присутствуют здесь, и, конечно, благодаря той активности, тем высокопрофессиональным общепрактическим мероприятиям, которые проводит кафедра медицинской медицинской академии, дипломного образования во главе с профессором Захаровой Екатериной Николаевной. И, конечно, особенно приятно, трогательно сегодня быть на конференции, которая посвящена 145-летию юбилею Владимира Ильича Беранского. Прекрасный доклад Андрея Петровича Сенко показал нам, продемонстрировал историю, мы прошли сквозь годы, поколения, связь поколений. И, конечно, видим, что какая огромная роль была этого человека, который до последнего
дня своей жизни служил педиатрии и защищал нам. И мы, все непосредственно, или косвенно, ну, косвенно, конечно, причастны и имеем отношение. В частности, вот лично я считаю себя учеником академиков, таких гигантов, взять как академик Лепчищев, академик Топорин, профессор Игнатова, Мария Сергеевна, которые являлись учениками, причем один из любимых учеников Георгия Нестеровича Спиранского. Конечно, в этой аудитории среди нас много людей, которые имеют отношение к этим людям. И говоря о роли взаимодействия кафедры и практического здравоохранения, я хочу сегодня рассказать о том пока небольшом опыте работы университетской клиники на базе нашей больницы, хотя опыт работы на кафедре всего педиатрического факультета, он огромен. Как минимум касается всей истории больницы 35-летней. Собственно, больница была построена по инициативе и под руководством тогдашнего ректора кафедры, ректора РМАПО, академика Кожушова, и по праву является ведущей базой, основной базой педиатрического факультета Российской медицинской академии по структурному образованию. Значит, на деле вы сказали, что это ваш любимый факультет, мы это ощущаем, не только сотрудники вашей замечательной академии, но и сотрудники больницы. То внимание, которое вы оказываете базе, и, естественно, тем мощным силам, мощным практическим, которые работают на базе нашей больницы. В двух словах, если можно, о больнице. Больница рассчитана на 810 коек, в том числе 36 реанимационных коек, консультативно-диагностическое отделение, дневной стационар, травматологический пункт, всего 39 подразделений. И в год через нашу больницу проходит более 170 тысяч больных, немножко устаревшие слайды. Как и в любом учреждении, медицинском начинающем приемном отделении, которое является у нас уникальным в том плане, что изолируется, делится на сектора для инфекционных больных, для соматических, хирургических, для новорожденных. Вот и все эти отдельные сектора, блоки направления тесно связаны между собой, четко выстроена работа, мультидисциплинарный командный подход на уровне приемного отделения. У нас есть сегодня возможность провести все необходимые исследования, консультации, выставить диагноз, уже с диагнозом поднять блоки отделения. Не просто исследования, вплоть до КТ, МРТ, УЗИ, необходимые анализы крови. И это очень существенно позволяет нам сократить среднюю длительность пребывания пациента на койке. Я упомянул, что 39 подразделений – это не просто подразделения отдельно взятые, а они выстроены в такие отдельные направления блоки, каждый из которых включает в себя несколько отделений, тесно связанных между собой, между которыми имеется четкая преемственность, взаимодействие. Одним из таких крупных направлений является травматологический блок, который включает в себя травмпункт, отделение травматологии, нейрохирургии. И, конечно же, отделение реанимации, учитывая, что к нам поступают самые тяжелые дети с отчетами политравмы. Хирургический блок включает в себя также несколько отделений, отделение реанимации, отделение хирургии, экстренной урологии, нейрохирургии, ВОР, офтальмологии. И, безусловно,
все хирургические отделения тесно связаны между собой, этапность оказания медицинской помощи, клиентность с выполнением современных, с выполнением самых сложных операций, применением современных высоко разрешающих эндоскопической техникой, которая достаточно количество позиций у нас есть по программе модернизации. У нас получили оборудование более чем на 800 миллионов, и этот парк оборудования продолжает обновляться, и четко расписаны этапы обновления, оснащения, переоснащения оборудования вплоть до 2025 года. Кардиологический блок является одним из крупных ведущих в нашей больнице. Включает в себя отделение реанимации для новорожденных, отделение кардиологии, в том числе грудного возраста, недоношенных детей и стационарный множество тканей, в котором также предусмотрены кардиологические койки и консультативно-диагностическое поликлиническое отделение. Неврологический блок это отделение неврологии, нейрохирургии, стационарные неопределения, койки для детей грудного возраста. Неонатальный блок один из мощных таких ведущих в нашей больнице. 18-е отделение реанимации для новорожденных, патологии новорожденных, недоношенных и центр восстановительного лечения для детей, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, который также был создан по программе модернизации московского здравоохранения. И с учетом нашей оснащенности, с учетом тех материальных технических возможностей, с учетом кадрового потенциала и, конечно же, прежде всего, нашего профессорского преподавательского состава в лице сотрудников кафедры педиатрии и медицинского, мы теперь имеем возможность не просто ухаживать, спасать, но и возвращать полноценной жизни детей, родившихся с низкой экстремальной, с низкой массой тела, повышать качество их жизни, которые находятся под постоянным пристальным наблюдением нашей больницы, как минимум на 5 лет, дальше приемственность с лабораторными центрами. Соматический блок включает в себя отделение нефрологии, педиатрические отделения, которых у нас два отделения эндокринологии. И что отличает нашу больницу от ряда других больниц, то, что в каждом из этом отделении предусмотрены койки, не просто койки, грудные койки для детей грудного возраста, не просто койки, а отдельные блоки, такие двухкоридорная система, то есть контейнер, это будет индивидуальный проект, видимо, когда уже все это продумывать, просчитывать, и должен сказать, что это очень функционально, эффективно, и еще многие годы не будет устаревать. Таких проектов у нас мало. Все больницы, основные, как известно, имеют более чем столетнюю историю. Инфекционный, конечно же, блок. Наша больница является одной из крупных по оказанию помощи детям с инфекционной патологией, особенно детям с корью. У нас инфекционный корпус рассчитан на 260 коек, но, к сожалению, в период повышенной заболеваемости профессора Мазанкова не даст собрать. Количество этих детей значительно превышает, но наши мощности, наши обороты позволяют оказать помощь всем нуждающимся детям. И в этом плане мы очень серьезно прикрываем все потребности московского здравоохранения. У нас присутствует 5 отделений, и дети с любой инфекционной патологией могут получить квалифицированную оперативную помощь в нашей больнице. И высокий реанимационный блок, который 36 койков, я упомянул, из них 18 для новорожденных детей, 12 общей реанимации, 6 реанимации для инфекционных больных. Итак, возвращаясь к университетской клинике, должен отметить, что в 2015 году, в конце 2015 года, уже официально была создана университетская клиника по педиатрии на базе нашей больницы, Российской медицинской академии непрерывного медицинского образования, которая включает в себя кафедру
педиатрии, в том, что поликлинической педиатрии имени академика Скирасова, анестезиологии, реаниматологии, детской инфекционной больницы, кафедры лучевой диагностики, кафедры детской неврологии и эндокринологии. Цель создания университетской клиники, во-первых, должен отметить, что университетские клиники вообще в Москве начали создаваться на базе политического решения, принятого правительством города Москвы, лично мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным. И это, конечно же, значительно упростило их создание и, если можно назвать, сделало эффективнее деятельность, практическую деятельность всего профессорско-преподавательского состава. А цель создания – как объединить усилия врачебного персонала больницы, профессорско-преподавательского состава, академии, повышение качества оказания медицинской помощи и непрерывно профессиональную подготовку врачебного состава и врачебных кадров для больницы, в частности, для наших, говоря о наших университетской клинике. Задачи, которые стоят перед университетской клиникой, это предоставление юридического права выполнения практической работы с учетом того, что многие сотрудники университетской клиники являются одновременно сотрудниками больницы и наоборот, сотрудники больницы совмещают на кафедре в виде участия в педагогическом процессе. Непрерывное повышение профессионального уровня врачей в рамках многочисленных мероприятий научно-практических консилиумов, клинических конференций, совместных научно-практических конференций, мастер-классов, патологоанатомических конференций. Совместная разработка и внедрение новых, в том числе высокотехнологичных методов в клиническую практику, комплексирование сотрудников кафедры практическими врачами, выполнение научных исследований, в том числе диссертационных, написание статей многочисленных и, конечно же, популяризация больницы, повышение привлекательности больницы для пациентов при выборе клиники врача с учетом сегодняшней такой здоровой, сильной конкуренции. Говоря о результатах за последние несколько лет, должен отметить высокую научно-практическую активность нашу совместную с кафедрой, с университетской клиникой. Обратите внимание, выступление, 23 выступления на всероссийских конгрессах и съездах, 8 на международных, это все совместно с клиникой больницы. Совместно подготовили методические рекомендации. Статьи в издании 67, в изданиях, которые вошли, цитируются международные по индексу СКОПа, 26. Подготовлено более 90, почти 100 ординаторов на базе больницы. И врачи, 57 врачей обучилось на циклах повышения квалификации. И, конечно же, говоря о циклах повышения квалификации, должен сказать, что наши врачи, они имеют большое преимущество перед другими, поскольку, что называется, не от хозяева от рабочего места, могут постоянно повышать свой уровень, даже не в рамках сертификационных циклов и в рамках многочисленных тех мероприятий с международным участием, привлечением ведущих, можно сказать, звезд отечественной педиатрии, которые проводит кафедра. Но, к сожалению, должен физически отметить, что не все это активно этот потенциал используют, потому что никуда от них это не денется, но время идет, а лучше всегда быть впереди, чем догонять. И сегодня, к сожалению, тоже не так много наших сотрудников вижу. И это очень большой минус нашим докторам, которые не используют этот потенциал. Внедрены новые лечебно-диагностические методики, лапароскопическая эмбриация инсулинома, вагинальная алгоритм дифференциальной диагностики узлового зоба у детей,
протокол медикаментозного лечения детей с гиперинсулинизмом после операционного лечения. Можно сказать, что у нас на базе позиции выполняется уникальная операция не только в рамках России, но и в мировом масштабе. Операция при опухолях поджелудочной железы у детей. Непрерывный интро- и послеоперационный мониторинг периферии, лапароскопическая резекция головки поджелудочной железы, которая говорит, протокол диагностики и лечения целиакии, который является основным клиническим протоколом педиатрии, алгоритм диагностики и лечения синдрома у детей. И это одни из тех многочисленных методов, которые мы внедрили совместно с кафедрой, которые продолжаем совершенствовать. И, безусловно, те задачи, которые стоят перед нами, они будут и дальше выполняться, развиваться и служить отечественной педиатрии. Спасибо. Я скажу, что больница имени Башляевой, как он говорит, Тушенко, по рейтингу Департамента здравоохранения города Москвы занимает первое место среди всех стационаров города. И главное, да, пришел буквально на днях звание заслуженного врача Российской Федерации. Я прошу тебя. То, что мы занимаем первое место действительно в 2017 году, мэр Москвы Сергей Семенович Собянин получил нам диплом. И в этом большая длинная доля заслуги нашей университетской клиники. Спасибо. Слово предоставляется декану педиатрического факультета профессору Владимиру Ильичу Заплатнику. Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, очень ответственно и тревожно выступать перед столь высоким коллективом, делиться своими мнениями с профессионалами и представлять материал тех людей, по книжкам которых ты учился. С одной стороны ответственно, с другой стороны тревожно, но я постараюсь справиться. На самом деле, Георгий Спиранский, создавая кафедру, уже имел определенный опыт на наработку для обучения тех своих коллег, которые занимаются в первую очередь микропедиатрией. Собственно, приходя на работу в воспитательный дом, он столкнулся с самой главной проблемой, которая на тот момент была перед разрушенной страной. Это абсолютное нарушение всех условий семьи, это брошенные дети, беспризорники, это высокий уровень летальности и зашкаливающий уровень инфекционной заболеваемости. Собственно, именно эти проблемы стали основными для него в решении задач будущего, не только настоящего, но и будущего. И вот на этом одном из многих снимков того времени специально выделены фамилии его последователей, его учеников, которые будут реализовывать задачи, стоящие перед не только педиатрией, но в целом перед всей страной, новой страной. Обратите внимание, рядом с Георгием Спиранским вы видите здесь Раису Львовну Гамбург. Она будет дальше заниматься патологией детей старшего возраста в основном. Вы видите Софью Георгиевну Звягинцеву. Она будет ученицей тех самых профессора Альдаузена и доктора Чеботаревского, которые вместе с Георгием Спиранским в основном будут заниматься детьми раннего возраста. Так сформируется агент раннего возраста. И совсем рядом доктор Райц, которая работала в основном с детьми с врожденным сифилисом, с инфекционными больными. Это будет отдел инфекционных заболеваний. Вот эти основные направления, которые Георгий Спиранский в воспитательном доме начинает активно решать, по сути, сформируют главные направления работы кафедры. В чем же они будут заключаться? Любовь Георгия Спиранского, начиная с ординатуры Филатова,
и заканчивая последними днями своей профессиональной деятельности. Это физиология и патология детей раннего возраста. И в целом, вместе с доктором Альгаузеном, проходя натуру в Филатовской больнице, в больнице, которую теперь мы называем именем одного из толпов отечественной педиатрии, профессора Филатова, уже тогда были заложены те основы оказания профилактической медицины, внедрение профилактических методов, что выражалось, обратите внимание, сформирование первых консультаций бесплатных этих самых программ капли молока и так далее, и так далее, и так далее. Его сотрудница, которая также занималась в основном детками раннего возраста, стала одним из учителей будущего профессора Софьи Георгиевны Звягинцевой. И вот если теперь мы с вами подведем итог, то окажется, что уже ученики Георгиевича Спиранского и Софьи Георгиевны Звягинцевой, на тот момент доцент того, к сожалению, не нашел, я Ларисе Константиновне сегодня жаловался, что память у нас, увы, дряблая. Нет фотографий доступного доступа в интернете. Надо покопаться в архиве Академии, может быть, личные дела есть, для того, чтобы мы могли бы показать фотографии. И наш Сергей Николаевич, учитель, доцент Чебуркин Андрей Севович, вот они вместе с заведующим кафедрой акушерской гинекологии в 60-е годы с подачи Георгия Спиранского под поддержкой ректора Центрального института совершенствования врачей начали проводить циклы по физиологии и патологии раннего возраста, потом по микропедиатрии. И все это закончилось тем, что Виктор Васильевич Горюшов организовал первую в стране кафедру неонатологии. Было это в 1974 году. В настоящее время кафедра функционирует, ею заведует профессор Михаил Михаил Сергеевич. И вот те зерна биологического странства, которые были заложены в отделе раннего возраста, реализовались созданием кафедры неонатологии, первой в Советском Союзе. Следующее направление работы кафедры – это инфекционный блок. Это отдел инфекционных заболеваний. Мы уже сегодня с вами вспоминали о Маккартне Райтс. Обратите внимание, есть еще очень важный момент, на который я сегодня буду обращать тоже внимание, мостик переброшу. Помимо того, что она внедряла современные методы диагностики и лечения, на тот момент современные, и оказание помощи детям с врожденным сифилисом, она еще и стояла у истоков педиатрического внедрения эпидемиологических методов обследования. Сегодня я об этом буду еще говорить. Перебрасываю мостик, поскольку воспитательный дом – это альма-матер не только для кафедры педиатрии ЦИУ, но и для Института педиатрии Академии наук, ныне Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей. То очень важно обратить внимание на то, что одна из сотрудниц Юрия Ильича Спиранского, будущая профессор Добродотова, занималась инфекционными больными. А потом, обратите внимание, потом она заведовала отделом детских инфекций как раз в этом глубоко уважаемом авторитетном научно-медицинском лицее. Ну и в конце концов, вот отдел инфекционных болезней был тоже реализован в качестве создания кафедры. Эта кафедра была организована профессором Сухаревой. Кафедра пользуется заслуженным авторитетом, и в настоящее время кафедрой руководит главный детский инфекционист Департамента здравоохранения Москвы Людмила Николаевна. Мы очень рады, что вы присутствуете на нашей конференции. Спасибо вам большое. Особо приятно подчеркнуть, что, говоря о нашем взаимодействии с Пушкинской детской больницей, с больницей имени Башляевой, Сергей Владимирович сказал, что роль университетской клиники – объединение. Так вот, благодаря постоянному, фактически, безотказному контролю лечебного процесса, консультациям, все проблемы, которые есть в инфекционном корпусе, замыкаются на кафедру, возглавляемую профессором Мазанковым. Николаевна, спасибо вам большое. Следующий очень важный раздел, он выделился не сразу, чуть позже. Понятно, борьба с летальностью, в основном с летальностью инфекционной. Когда с этим становится более-менее все понятно, вакцинация начинается, профилактика работает, возникают другие проблемы.
Дети вышли, но есть последствия. И вот на этом этапе начинают заниматься неврологией детского возраста. И выделяется отдел неврологии. И в конце концов, доктор, который возглавлял, доцент Гаспар, который возглавлял отдел на кафедре педиатрии Спиранского неврологии, становится основателем кафедры. И в 1965 году такая кафедра организуется, и на заведование приглашается знаменитый невролог профессор Цукер. В последующие годы кафедру возглавляли знаменитые детские неврологи. В настоящее время кафедра функционирует в составе университетской клиники на базе больницы Небошляевой. Сейчас ее возглавляет профессор Зыков Валерий Петрович. А теперь обратите внимание, мы говорим все время только о лечебном подразделении, существующем на кафедре педиатрии. Но я не зря вспоминал сегодня доктора Райц, ведь она начинала эмбриологические методы внедрять еще в 20-е годы. И вот это стало основанием. Я очень хочу, чтобы вы запомнили, молодежь не знает, когда постарше помнят книжки о стафилококковой инструкции, эмбриологические руководства под руководством профессора Бахлановой. Она патологоанатом, педиатр, рентгенолог. И вот именно она стояла у истоков, обратите внимание, первой в Советском Союзе кафедры детской рентгенологии. Технологии медицинские активно влияют на нашу жизнь, и оказывается, что не только рентгенологические методы визуализации появляются, но и другие. Именно это становится основанием для того, чтобы в 1989 году кафедра рентгенологии, освоив новые методики диагностики, была реформирована, и сейчас она носит название «Кафедра лучевой диагностики детского возраста». Возглавляет кафедру длительный период, почти 15 лет, профессор Михаил Иванович Куликов, который тоже является одним из участников университетской клиники на базе больницы имени Башляева. И, наконец, казалось бы, совсем никакого отношения к педиатрии не имеет специально связанное с оперативными доступами, с неотложной хирургией. Но куда педиатр без хирурга? И это постоянное сотрудничество, пограничное состояние определили необходимость организации кафедры детской хирургии, которую основал и потом долгие годы возглавлял академик Галецкий Станислав Яковлевич. После этого кафедру возглавлял Валерий Ильич Чекинин. Вот мы тоже с Валерием Константиновичем сегодня обсуждали. Нам нужно будет архив фотографий тоже пополнить, в том числе и Валерия Ильича. На сегодняшний день кафедра руководит профессор Соколов. Он же является руководителем университетской клиники по хирургии в больнице имени Башляева. И в большинстве случаев те самые новые методики, которые сейчас Семен Ильич вам демонстрировал, некоторые из них за 17-й год, это разработки Юрия Ильича Соколова. К моменту, когда организуются все эти кафедры, оказывается, что из одной кафедры педиатрии уже есть на разных факультетах Центрального института совершенствования врачей 6 кафедр. И принимается логичное и очень разумное решение объединить все кафедры педиатрического профиля из разных факультетов в один педиатрический факультет. И организации, реализации этих задумок и руководство этого факультета занимался профессор на кафедре Георгия Шестеранского Георгий Иванович Лайшевич. Фронтовик, очень интересная судьба у него. Он на четвертом курсе медицинского института был откомандирован с детьми в 41 году, в июне, в Пенерский лагерь, в Западную Белоруссию. Началась война. Он смог свой отряд, за который отвечал, довести до Минска. Там его мобилизовали, призвали медицинские войска, отправили в резерв Красной Армии. Резерв Красной Армии находился в здании на Баррикадной. Тот, кто знает, о чем я говорю, нынешний ректорат Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования 3 месяца ждал своего назначения, а потом все 4 года на передовой в действующей армии был военврачом. После того, как его демобилизовали, его отправили на курс переподготовки опять в здание ЦИУ. И там он получил уже назначение в ординатуру, и потом пришел на кафедру Георгия Ильича Спиранского, остался там и стал первым деканом педиатрического факультета. Уже позже были организованы еще кафедры, которые сейчас в
входят в состав университетской клиники и клинической базы, для которых является больница имени Башкаева. Это кафедра детской отоларингологии, заслуженный деятель науки ее организовал и очень долгие годы возглавлял. В настоящее время кафедра продолжает работать на нашей клинической базе, на базе больницы имени Башкаева, возглавляет кафедру профессора Агапова Елена Петровна. Отдельно нужно подчеркнуть в отношении нейрохирургической службы. Если вы обратили внимание, в блоке травматологическом и в блоке неврологическом кафедра неврологии, так же как в университетской клинике, занимает особое место. И очень интересно, что организацией детской нейрохирургии занялась Анна Аркадьевна Тарян, которая тоже, кстати, прошла войну, фронтовик. И будучи в институте нейрохирургии, она стояла у истоков первого цикла по нейрохирургии детского возраста. В дальнейшем этот цикл закончится тем, что появился доцентский курс. И на определенном этапе было принято решение этот доцентский курс с кафедры нейрохирургии ЦИУ передать в самостоятельное плавание, чтобы это был непосредственный курс по детской нейрохирургии. И в 81 году из этого курса выросла уже кафедра детской нейрохирургии. Анна Аркадьевна очень долго возглавляла, а потом этой кафедрой начал руководить и поныне руководит академик Коновалов, знаменитый, всемирно известный нейрохирург Александр Николаевич Коновалов. Если хирургическая служба развивается, без сопровождения анестезиологического обойтись нельзя. А учитывая, что в 80-е годы наша страна столкнулась со следующей проблемой, профилактика есть, современные методы лечения тех состояний, которые не приводят к неблагоприятному исходу, есть, а вот как бороться с техническими состояниями, активно развивалась реанимационная служба, в том числе в педиатрии. И у истоков создания кафедры анестезиологии и реаниматологии детского возраста стояли на тот момент очень прогрессивные, молодые, тот, кто увлекается интенсивной терапией, книжки эти помнят, такие фамилии, как профессор Стейков, доцент Штатнов, пронатальное питание, педиатрии, детской хирургии и так далее, и так далее, и так далее. Именно они стояли у истоков создания этой кафедры. Эта кафедра активно приняла участие в реализации реанимационной и анестезиологической помощи Тушинской детской больницы. Именно благодаря активности этой кафедры были открыты отделения реанимации для новорожденных в нашей больнице и отделения для реанимации инфекционных больных. Это тоже очень важный момент, поскольку у нас очень большой корпус больниц инфекционных, то до определенного момента были проблемы. Количество боксов для реанимационных больных в отделении общей реанимации создавало очень серьезные трудности. Сейчас эти проблемы для инфекционных больных решены. И ученик Ивана Федоровича Острейникова и Михаила Константиновича Штатнова, прошедший все ступеньки, вот как Лариса Константиновна рассказывала, так и у него такая же судьба, сейчас является активным участником университетской клиники. Речь идет о профессоре Бабаеве, который перехватывает эстафетную палочку от своих учителей и активно работает в нашей больнице. И нельзя не сказать о особом, просто кристаллизованном фрагменте нашего факультета – это кафедра детской эндокринологии. Проблемы эти возникли не сегодня, но из всех кафедр, о которых сегодня идет речь, пожалуй, это самая последняя кафедра, которая организовывалась на факультете. Я имею в виду кафедру лечебного профиля. Увеличение числа больных эндокринной патологии в детском возрасте определили необходимость выделения этих больных в особую категорию. А дальше, благодаря усилиям Эльвиры Петровны, это вылилось и в реализацию специальности детского эндокринолога. Несмотря на сокращение по всем остальным специальностям, детская эндокринология остается в числе тех 5 педиатрических специальностей, которые имеют право на существование. В последние годы кафедрой руководит ученица Эльвиры Петровны, вы ее тоже хорошо знаете, профессор Самсонова Любовь Николаевна. Ну и, наконец, то семя, которое выращивал в Нижний Ростов вначале,
потом в устоявшиеся саженцы, а затем в мощный дух, превратившийся в дающий плоды, у кафедры педиатрии, которая с прошлого года носит название кафедры имени своего основателя, Георгия Ильича Эсперанского. В разные годы кафедры проводили такие знаменитые педиатры, как сам основатель Георгий Ильич Эсперанский, профессор Гамма, профессор Матвеев, профессор Плащевич, наши с Ириной Николаевной, с большинством из присутствующих здесь учителей, профессор Коровина Нина Алексеевна. Надо особо подчеркнуть, что для становления Пушкинской больницы нынешней Башляевой именно Нина Алексеевна Коровина и профессор Плащевич и сотрудники на тот момент внесли огромный вклад для того, чтобы больница заняла свое достойное место среди лечебных учреждений города Москвы. И с 2008 года кафедрой руководит Ирина Николаевна Захарова, заслуженный врач России, которая находит возможность к тем неоценимым, переданным по из поколения в поколение знаниям, умениям от своих учителей вносить новые краски в не только педагогический, но и учебный процесс в нашей больнице и в Академии в целом. Спасибо большое. Сейчас предоставить слово заведующей кафедрой педиатрии Ирине Николаевне Захаровой. Дорогие коллеги, друзья, но прежде всего я хочу поблагодарить всех педиатров, которые нашли возможность и пришли на наш праздник. Я действительно знаю, что у нас около 1000 врачей в Москве, в московском регионе, которые нас любят, которые изыскивают возможность прийти к нам даже в будний день. Вот здесь моя магазинчик, как вам удается отпроситься с работы, и, например, во вторник в мэрии мы ожидаем до 500 человек в будний день, когда они приходят. Но в нынешнее время я понимаю, что отпроситься с работы невозможно. Поэтому очень ценим то, что вы приходите, вы берете выходные, зарабатываете и приходите к нам. А мы уже стараемся вам отдать свою душу и сердце. Лариса Константиновна, огромное спасибо за вашу поддержку, которую вы нам всегда оказываете. Потому что вот удивительный человек, который руководит таким огромным учреждением, 3500 сотрудников, Лариса Константиновна, можно попасть без записи. Ну, у нас есть маленькие такие приемчики, но всегда говорят, можно на одну минуту? Но мы стараемся действительно не задействовать ваши... Да. Но действительно, вот это же не запись, понимаете? А можно сесть, дождаться, поэтому огромное спасибо. Огромное спасибо за ту поддержку, которую вы нам всегда... Вот сложное время, но вы нам всегда можете помочь. Ну, с Андреем Петровичем мы знакомы давно и по работе в Кремлевской больнице, поэтому, когда мы узнали о его назначении на такой важный пост, мы всегда будем вас поддерживать. Почему? У нас с вами единый генетический код. И действительно, институт, который входит в состав нашего учреждения, носит имя Эсперанского, поэтому мы не можем как бы работать в ВУЗ. Поэтому много лет нас связывает нежнейшая дружба с Анной Георгиевной. Она много лет была письменным ученым секретарем института, потому что, надо сказать, вы знаете, оформить документы по диссертации все сложнее и сложнее. И она всегда умела найти какие-то ключевые фразы и оказать эту помощь. Но кроме того, Анна Георгиевна много лет являлась одним из первых вот этих вот организаторов замечательных конгрессов Союз педиатров России, потому что вот ее поездку, которую она умудрялась составить до Нового года, она давала возможность нам иметь хотя бы полтора месяца, чтобы готовить эти доклады, потому что в лучшие времена, я помню, у меня было уже 14 докладов, и весь январь месяц это было, в общем-то, с ума можно было сойти, когда можно было делать. Поэтому спасибо вам за неоценимую помощь, которую вы нам всегда оказывали, и мы будем с вами работать. Дорогой Семен Владимирович, мы ведь с вами жить не можем, потому что нас связывает нежнейшая дружба еще, потому что наши учителя единые, да, с вами, конечно, нефролог был всегда. Наша же тема диссертации была похожа, у него тупо интерстициальные нефропатии связаны с этой, с онкологией, у меня были в целом.
Поэтому спасибо, когда мы узнали о том, что вас назначили нашим главным врачом, мы были безмерно счастливы. Поэтому мы вам всегда признаемся в любви, говорим о том, что готовы вам помогать. Ну и больницы, мы не ощущаем себя вне больницы, потому что мы 35 лет с вами. Ну вот у меня в эти дни тоже маленький праздник, потому что я ровно 30 лет работаю в больнице, работаю на кафедре и 10 лет заведующей кафедрой. Поэтому действительно вся моя жизнь и рождение в больнице. Очень замечательный коллектив. Коллеги, очень трудно в наше время сохранить этот коллектив, да, потому что ну, не очень хорошая зарплата, очень трудная работа. Но вот у нас на кафедре семья, то есть у нас есть даже вот свой чат, мы друг другу все время обмениваемся какими-то событиями, поздравляем. То есть все, что происходит в домах наших сотрудников, это вот наша радость, наша боль и так далее. Ну и у меня замечательные сотрудники, иногда я посылаю какую-то смс-ку в 2 часа ночи и получаю информацию, что к утру будет сделано. Поэтому огромное спасибо, потому что мероприятий у нас очень много. Ну, у нас замечательные друзья, которые создали, нам помогли создать вот нашу ассоциацию. Это Надежда Леонидовна Васова с ее замечательными сотрудниками, которые нам помогли сделать всю нашу работу красивой. Смотрите, у нас особый почерк, да? То есть все, что мы имеем, мы даем вам, кроме знаний, да, как говорится, мы оставляем следы своей жизнедеятельности. Поэтому мало кто найдется, кто выдает вам цветные слайды всех абсолютно докладов. И нам часто говорят врачи регионов, мы так вам благодарны, потому что у нас пища для размышления на целый год. Потому что ну, обычно по году год мы приезжаем раз в году. Поэтому вот все сильные мероприятия. Сегодня мы были все потрясены тем калейдоскопом вот этих красивых, да, вот все, что посвящено истокам нашего советского здравоохранения. И вот Светлана Магдановича перехватила, наверное, вашу возможную инициативу, и мы договорились, что все эти стенды мы дали в научный центр здоровья, и там, на 4-м этаже, вся галерея вот этой красоты будет. Ну, а мы что-то придумаем с Светланой Магдановичей после ремонта сделать еще и украсим больницу. Поэтому все, что вы захотите, мы сделаем. У нас, действительно, наша образовательная программа стартовала вот такая, она вне рабочее время, стартовала в 2011 году. Это была первая школа международная Спугановская, которую мы провели для врачей, для 60 молодых сотрудников, которые знают английский язык. И к нам приехало 8 экспертов. И с этого момента началась наша дружба с иностранцами. Поэтому у нас за это время прошло, наверное, больше 100, да, мы уже перестали считать, таких международных школ, они просто тематические, то 6 часов на одну и ту же тему. Но я еще раз благодарна своим сотрудникам, потому что мероприятие у нас чуть не через день. И через день я вот это все вчера грозно написала, что в вечер воскресенья все доклады мне нужно прислать, потому что в понедельник мы должны отдать печать на программу 10 октября, на 8 октября. Да, еще на 8, на 10 напишу сегодня. Поэтому вот огромный коллектив. Ну, в зале присутствуют наши друзья, прежде всего мой друг Татьяна Гарна-Боровик. И 25 лет я занимаюсь питанием, и все наши задумки мы вместе реализуем, у него замечательный коллектив. Сергей Павлович Ярцев, но он имеет такую прекрасную генетику, да, это его мамочка замечательная, вы все знаете, неонатолог, да, папа у него сегодня был портрет замечательного уролога, ну и Сергей Павлович тоже профессор и член нашего совета. Поэтому огромное спасибо всем, дорогие друзья, за то, что вы пришли в наш праздник, ну а мы для вас будем стараться и дальше работать. Поэтому наша такая торжественная часть открытия. Она подходит к концу, поэтому мы сейчас покажем маленький фильм о сотрудничестве больницы и кафедры. Ну, а дальше начнется наша обычная работа. Я хочу добавить, что это...
вы слышали о том, как кафедра дружит в больнице. А этот фильм – это подарок врачей больницы кафедре. Поэтому смотрите его, пожалуйста, с удовольствием. А торжественная часть на этом заканчивается. Начинается образовательная программа. Сама врачебная масса по собственному почину являлась в институт с просьбой дать возможность поучиться для выполнения своей работы. Георгий Нестерович Спиранский. В 20 веке, в 32 году, Спиранский создал кафедру одну. Там педиатров обучали, науку вместе изучали, делились вежливо умом, что нажито большим трудом. Традиции новых создавали, о коих многие не знали. Конгрессы, циклы, выступления, гостей известных приглашения. Года бегут, традиции ряд, ученики все очень чтят. И вот полвека тут прошло, но дело медика живо. Да потом на базе сей больницы, что на окраине столицы, и кафедру-то возглавляла, делами ловко управляла профессор, врач, нефролог, друг. Коровину уж знали все вокруг. И в тесной дружбе с главврачом им были горы нипочем. Года идут, традиции ряд, ученики все так же чтят. И вот с 2008-го педиатрии возглавляет, науку ловко продвигает Захарова Ирина, светила медицины. Всей кафедре мы очень благодарны, ведь каждый день учеба на местах. За конференции, уроки, семинары готовы мы носить вас на руках. Вы никогда на месте не стоите и каждый раз ведете за собой. А сколько знаний дать вы нам хотите, и ваш совет есть сложный и простой. На лекциях сидим и вам внимаем, нас восхищают ваши знания и труд. Бывает, что-то мы не понимаем, учителя доступно донесут. CD4, HLA и глобулины засели в сердце педиатра навсегда. А если у младенца аллергия, не переносит знать коровьего белка, нефрит, цистит, обменные болезни мы с вами научились различать. И что омега-3 нет ничего полезней, а витамин D3 всем нужно принимать. И каждый божий день вместе с нами нам помогаете лечить и процветать. Ведь наша дружба крепнет лишь с годами, и праздники мы можем отмечать. Ведь вместе мы одна большая сила, наука, практика бок о бок навсегда. Правительство награды нам вручило, и есть за что –